Итак, привет, дорогие наши зрители. С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сегодня я разговариваю с Алексеем Семеновым, человеком, который ведет канал «Рукастый мужик». Наверное, будет больше интересно, почему канал и почему... Ну, то есть ты разбираешься в том, что ты показываешь, демонстрируешь людям, правильно? Конечно. Конечно. Вот для кого этот канал и о чем он? Я рассказываю те моменты, которые можно повторить. Вот, и сейчас тематика канала будет немножко изменяться. Мужик, рукастый мужик. То есть, если я правильно понял, то хотя бы часть твоей аудитории — это те люди, которые хотели бы что-то сделать своими руками, которые, ну, в состоянии посмотреть, понять, что-то там прикрутить, да? Пока канал можно рассматривать как букварь жевальщика. Ага, вот, да. Человек, когда начинает жить на земле, то есть я вот начинал жить жестко. Повторить, да? Скажи, пожалуйста, какой главный ключевой посыл твоего канала? Смотрите, как можно. Смотрите, как можно еще. Смотрите, как по-другому. Ну, как, что-то такое. Ты знаешь, я посмотрел несколько роликов. Конечно, я какие-то вещи даже не планировал делать, но, мне кажется, я уловил такую важную вещь, что, помнишь, раньше была передача в Советском Союзе «Это вы можете». Да-да-да. В общем, все это оттуда, все из детства, все из воспитания. Тут бы я хотел отметить о советском воспитании. То есть тогда воспитывали так, что любой троечник, выбрось его в лес, выживет. Выживет. Системный администратор системно сжигает дрова. Нормально? Ну да, почему нет? Тогда скажи, пожалуйста, вот что тебя подтолкнуло именно к видеоблогингу? Потому что не все люди, особенно системные администраторы, этим занимаются. Может быть, кто-то и делает что-то своими руками, чтобы снимать, показывать. С чего все началось? Началось все с того, что я просто это помню. Я сделал печку. Я заколебал всех. Ко мне: ты уже отстаньте с этой печкой. Мне такой: поделиться, рассказать. То есть это способ поделиться с людьми, да? Да. Отлично.